Ну а что касается БРИКС в целом, Россия стала председателем БРИКС с этого года, то там то страны БРИКС развиваются очень быстрыми темпами. Вот смотрите, дай бог памяти, чтобы не ошибиться, но в 92-м году, по-моему, доля стран семерки в мировой экономике составляла 47%. Так? Это в 92-м году. А в 2022-м она упала где-то до, по-моему, 30 с небольшим. Доля стран БРИКС в 92-м году составляла всего 16%. А сейчас она превышает уровень семерки. И это не связано ни с какими событиями на Украине. Тенденции развития мира и мировой экономики такими являются, о которых сейчас сказал. И это неизбежно. Это будет происходить дальше. Как солнце встает. Помешать невозможно. Надо к этому приспособиться.